Вот и дождались мы выхода Assassin's Creed Black Flag и Rogue на Nintendo Switch. Многие, а может и не многие, ждали выхода этой игры на свои портативные устройства, и, честно говоря, я был в небольшом шоке от того, что вышла третья часть, а тут уже четвертую выпускают, которую в свое время я проходил при 15-20 кадрах в секунду на своем маломальском на тот момент слабом ноутбуке, и ведь прошел. К сожалению, именно эту часть я запомнил плохо, в отличие от Изгоя, и хоть тема кораблей, а не ассасинов, и является глотком свежего воздуха на тот момент в серии, но лично для меня это был минус. Но не об этом сейчас, а о том, что же в очередной раз показали Ubisoft в порте еще двух частей своего детища рода ассасинов для Nintendo Switch. Устраивайтесь поудобнее, вы на канале в красном, погнали! Октября 2013 года на многие платформы выходит игра Assassin's Creed Black Flag, годом позже вышла Assassin's Creed Rogue, но уже не на консоли нынешнего пока еще поколения. Наконец, после выпуска в 2019 году переиздания Assassin's Creed 3 и Liberation на Nintendo Switch, порты которых оказались даже лучше, чем переиздание тех же игр для PlayStation 4, не считая Liberation, которая проседает настолько сильно, что играть в нее практически невозможно, а частота кадров колышется от 20 до 60, Ubisoft загорелась идеей выпустить четвертую часть Ассасинов и Изгоя, чтобы не нарушать традицию, видимо, выпуска двух игр на одном картридже, хотя переплюнуть себя все же им удалось, потому что они выпускают вместе с ними еще и дополнение Freedom Cry, которое по факту как отдельная игра за друга Эдварда, Адевали, хотя и в третьей части было дополнение Тирании Короля. Особенностями издания стали HD-вибрации, интерфейс, адаптированный под сенсорный дисплей, а также управление акселерометром во время прицеливания. Лично для меня это, конечно, неудобно, однако другим нравится. В конце концов, третьей частью, по крайней мере на Nintendo Switch, юбики не облажались, и порт получился не только красивым, но и без проблем, по крайней мере у меня. Крайне редкие проседы, свойственные любой платформе, есть, но именно что редкие. Если кто не помнит, то вкратце про Черный Флаг и Рок. В Assassin's Creed Black Flag нам предстоит взять на себя роль Эдварда Кенуэя, отца Хейтема Кенуэя, который отец Радунха Гейду, он же протагонист третьей части а-ля Коннор. Эдвард же самый опасный пират Карибского моря. Привет капитану Джеку Воробью. Кенуэй по чистой случайности ввязался в борьбу ассасинов и тамплиеров и теперь вынужден идти до конца. В Assassin's Creed Рок главным героем стал Шей Патрик Кормак, который предал братство ассасинов и встал на сторону тамплиеров, и теперь изгоя хоть цена бывших соратников. Итак, получилось ли у Ubisoft превзойти себя и не облажаться с Assassin's Creed Black Flag и Rogue? Сказать да, ничего не сказать. Ubisoft сотворила чудо. Не знаю, труднее ли в исполнении четвертая часть, которая именно порт, а не переиздание, как было с третьей частью, которая хоть и выглядела хуже, чем оригинал на всех платформах, но графика в Черном Флаге для Nintendo Switch, как по мне, настоящее чудо. А что еще более чудесно, производительность. За всю игру не было ни единого проседа или падения фреймрейта, что для подобной графики на гибриде, как по мне, считается чудом. Здесь юбики и впрямь превзошли себя. Открытый мир не заставляет биться из угла в угол в поисках более-менее графонистой точки, если для кого это важно. А бои на кораблях также умудрились сделать качественно, и даже там FPS стабильный, а графика красивая. И это во время дождя. Я уже не говорю о штиле. О многом тут в принципе и не расскажешь, но что действительно хорошо, так это то, как Ubisoft решили переносить свои игры не на самую сильную платформу. Понятное дело, что заставить работать можно хоть GTA 5 на PlayStation 2. Были бы руки прямые. Опять же, если кто не понял, это утрирование. И в целом, как уже было сказано, Ubisoft справилась со своей задачей, а точнее команда, которая портировала эти игры. Про Assassin's Creed Rogue можно сказать все то же самое. По факту одного поля ягоды обе игры, что там море да корабли. Хотя, конечно, Черный Флаг будет пообширнее, а Rogue выходила изначально для старого поколения консолей, таких как PlayStation 3 и Xbox 360, разумеется, как и Black Flag. Но, тем не менее, Rogue вышла позже, чтобы обладателя лишь старого поколения консолей было не так обидно, что люди с PlayStation 4 играют вовсю в Unity, прорывную в графике на тот момент. Конечно, позже Rogue вышла на все актуальные платформы, теперь и на Nintendo Switch. Говорить особо много об уже вышедших давно играх не имеет смысла, разве что большинству теперь представляется возможность взять захватывающие морские приключения с собой в дорогу или на кровать. И не одно, а сразу три. Почему три? Так потому что, как уже было мной ранее сказано, DLC Freedom Cry считай как отдельная короткая игра, которая тоже входит в это издание. Что на
наверняка можно сказать, так это то, что какую бы дичь не творили Ubisoft со своими транзакциями и экономией времени, но вот добиться действительно хорошего порта уже целых 4 игр по Ассасину многого стоит. Брать или нет, каждому свое. Лично я в коллекцию картридж обязательно беру, плюс иметь огромный мир любимой серии Assassin's Creed в кармане, считай, в портфеле, в свитже. Это огромного стоит, а если у вас лайт-версия свитча, так даже лучше. В целом, на этом все, играйте и наслаждайтесь, и всем удачи, всем пока.